это ориентир брода к церкви. Вот там вот начало, берег, заход. Вот берете, ориентируетесь на вот этих два столба и идете, идете, пока не дойдете до берега. Вот вот этим бродом и надо идти к затопленной церкви. Где-то метров 400 по воде. Так что если будете ходить осенью, довольно прохладно, кто не готов, то лучше, конечно, на лодочке. Но лодочки тут нет. Вот сама церковь. Сейчас подойду к ней, еще сделаю фоток. Но вообще место офигительное. Вот я в самой церкви. Тут берцовая кость, судя по всему, человеческая лежит. Вот есть свечечки. Здесь как бы кто-то сюда приходит, поджигает. Вот так. Все выглядит. Такая вот церквушка затоплена. Вот вход.